Здравствуйте! В эфире «Каждый день». Меня зовут Гаухар Бещанова. И в ближайшие несколько минут я поделюсь с вами полезной информацией. А наш генеральный партнер, торговый дом «Автосити», предлагает широкий ассортимент товаров для автомобилей по самым низким ценам в городе. Улица Багенбай Батыра, 32, кольцевая развязка, по пути в аэропорт. Во вторник, 20 октября, во всех ближайших районных центрах Октябрьской области ожидается пасмурная погода. В Мартуке температура воздуха составит плюс 5 градусов. Ожидаются осадки в виде сильного дождя. В Алге на протяжении всего дня прогнозируется ливень со слабым ветром. Температура воздуха составит плюс 6 градусов. В Хромтау также ливневый дождь, атмосферное давление в пределах нормы. Возможен туман, температура воздуха 5 градусов выше нуля. В Бадамше 100% влажность, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Прогнозируется мелкий дождь, плюс 5 градусов. И в Шалкаре преимущественно без осадков. Ветер умеренный, температура воздуха составит 6 градусов выше нуля. А сейчас о том, какая погода ожидает актюбинцев 20 октября. Актюбинские водители возмущены поведением пешеходов, которые игнорируют дорожные знаки. На остановке Созда пешеходный переход демонтировали еще в середине августа. Однако некоторые продолжают переходить дорогу в неположенном месте, создавая тем самым аварийную ситуацию. А на этом видео актюбинские пешеходы не обращают внимания на запрещающий сигнал светофора, который расположен около колхозного рынка. Взрослые вместе с детьми переходят дорогу на красный, не задумываясь о последствиях. Раз поставили светофор, то я думаю, это лучше даже для самих пешеходов, безопаснее. Почему они его не соблюдают? Значит, их тоже надо штрафовать. Люди прямо совсем без понятия, ужас какой-то, для них же сделали это. Оренбургский государственный татарский драматический театр имени Мирхайдара Файзи приглашает всех актюбинцев посмотреть лирическую комедию «Муж на час». В основе сюжета лежит история о том, как люди ищут свою судьбу, свою половину. Все подробности об этом и других мероприятиях в нашей афише. Генеральный партнер нашей программы «Торговый дом Автосити» желает вам хорошей недели и предлагает весь спектр товаров для легковых автомобилей. Диски, акустика, краски, масла и многое другое. Следите за следующими выпусками нашей программы. С нами вы будете в курсе всех событий. Всего наилучшего и до встречи. Где купить автозапчасти? Там, где шире выбор и парковка. Торговый дом «Автосити». Автозапчасти со всеми удобствами. Более 100 бутиков предлагают весь спектр товаров для легковых автомобилей. Диски, акустику, краски, масла и многое другое. 100% тюнинг хоть для ВАЗа, хоть для иномарки. Уютное кафе и самая просторная парковка. «Автосити». У нас есть где развернуться. С 9 до 19 часов. Кольцевая развязка по пути в аэропорт. Въезд в Бакенбай-Батыра и Санкибай-Батыра.